Сегодня Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении правительственный законопроект. Нововведение продлевает заморозку накопительной части пенсии еще на год, до конца 2023 года. Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет пенсионного фонда в 2023 году почти на 670 миллиардов рублей. Госдума приняла законопроект в первом чтении 22 октября. Документ входит в пакет бюджетообразующих инициатив. Подробнее читайте на нашем сайте в разделе «Новости».